Здравствуйте, друзья! Неожиданно для себя нашел сегодня пакет с наклейками, с карточками из своего детства. Еще не скрывал, не смотрел, что там. Не видел я это все, наверное, лет 30. Что здесь такое лежит? Я так примерно помню. Вот эти вот все вот карточки. Дольф Лундгрен. Вроде бы. Тут не написано, что ли. Это Рокки. Это фильм со Шварценеггером и Дэнни Девито, близнецы. Шварценеггер. Хищник и последний киногерой. На газету Тарантино почему-то что-то делал. Наклейка Шварценеггер. Это фильм. Машинка. Кстати, целая наклейка. В очень хорошем состоянии. Это был у меня альбом. Я в них клеил повторки. Тоже Шварценеггер. Это жвачки выходили такие, Арнольд Шварценеггер. У них вот эти наклейки были. Правдивая ложь, что ли? Тоже Шварценеггер. Это был лист с наклейками. Вот там, наверное, 8 наклеек было вот таких вот. Ну, что-нибудь еще здесь попадется. Сталлоне попался. Реклама. Карнавал в Рио. Так, это наклейки от аудиокассет. На аудиокассеты клеить вот сторона А, сторона Б. И подписывай, что там записано на этой пленке. Интересная вещь. Сравнять ее. Так, что здесь еще? Сталлоне, Рокки. Рокки 4. Он тоже в хорошем состоянии. Наверное, еще. Да, еще там. Клей, еще что-то там живой, немножко клей на этой наклейке. Вот лет 30 точно ей. Так, здесь топную дать. Это Шварценеггер, вспомнить все. Это без компромиссов, вот. Без компромиссов тоже в хорошем состоянии наклеечка. Даже немножко клеит, но уже, конечно, высохло сильно. Mortal Kombat.
помню я, как назывался этот боец. По-моему, у него из руки какая-то змея вылезала, или он огнем кидался. Вот тут тоже что-то. Чак Норрис. Почему наклейка на наклейке оказалась? Рокки. Это, по-моему, делал с Дольф Лундгреном. Карточка. Жвачка была Черепашки-ниндзя. Жвачка такой пластиной. И вот такие вот карточки. В основном там были с черепашками-ниндзя из мультиков. Мы попадали со Сталлоне. Прям в хорошем состоянии, не трепанная. Турлис, 91 год, у него 6 лет. Здесь что? Это уже поздние, где-то 2000 года где-то. Машины. Целая машина. Шварценеггер. Вот еще наклейка. Какой-то комикс-анекдот. Я бью тебя не за то, что ты съел все варенье, а за то, что оставил на банке отпечатки своих пальцев. А вот отпечатки. Так, здесь какие-то заламинированные карточки футболистов. Ален Бокшич. Мадрид. Вот такой вот я нашел у себя сегодня клад из моего детства. Вот такие вот наклейки. Ну, спасибо за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания.